Самый молодой народный артист Кабардино-Балкарии выпустил свой первый авторский сборник. Называется он «Мурат Кабардоков. Музыка для оркестра и струнного квартета», сообщает фонд «Адыгов». Композитор записал его по предложению известной арфистки Анны Макаровой, солистки Санкт-Петербургской филармонии под руководством маэстро Юрия Тимирканова. Альбом состоит из 12 треков, условно их можно разделить на три блока: концерт для арфы и оркестра «Черкесски», «Баденока-квартет» и «Сюита», которая стала саундтреком к фильму Александра Сокурова «Франкофония». Материал для сборника готовился несколько лет и был записан в рамках масштабного проекта «Симфония Кавказа». Сейчас Мурат Кабардоков совместно с «Клевер Квартет» работает над новым альбомом. Запись планирует закончить весной, после чего он появится, альбом появится как на физических носителях, так и в интернете. В Нальчике прошел благотворительный концерт в поддержку воспитанников детских домов и малообеспеченных семей. Провели его при содействии Департамента молодежной политики Республиканского Минобрнауки. Гостям предложили развлекательную программу с участием сказочных персонажей. Здесь же выступили эстрадные артисты. Средства, вырученные от продажи билетов, направят на покупку спортивного инвентаря и развивающих игр для воспитанников Заюковской коррекционной школы-интерната и детского сада «Особый ребенок» в Тырнаузе. На самом концерте прошла и благотворительная ярмарка, где были представлены работы молодых дизайнеров Кабардино-Балкарии. Желающие могли приобрести также сертификаты на посещение стоматолога, визажиста, организацию профессиональной фотосессии. За вечер было собрано более 30 тысяч рублей.